История азербайджано-российских отношений имеет глубокие корни. Дружба между нашими странами носит характер стратегического сотрудничества. Это очень важно для обеспечения безопасности на Южном Кавказе. Об этом 19 ноября сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев на проходящем в Баку заседании Российско-Азербайджанского экспертного совета. Хикмет Гаджиев отметил, что в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил территориальную целостность, международное право. Трехстороннее заявление положило конец многолетней войне. Появились новые реалии, перспективы. Помощник президента высоко оценил встречу экспертов двух стран и подчеркнул необходимость того, чтобы эксперты далее осуществляли совместные академические исследования и другие проекты.